Дагестанец победил в первом этапе всемирного дистанционного конкурса по чтению Корана. Алимирза Гаджимусаев прочитал священное писание без ошибок и получил высокую оценку шейха Аймана Руйшди. Тем самым наш соотечественник вышел в финал конкурса, который пройдет на этой неделе. Жюри из Саудовской Аравии высоко оценило не только талант нашего земляка, но и всю религиозную образовательную систему республики. Мы очень рады, когда слушаем чтение братьев из Дагестана. Да благословит тебя Аллах, Алимирза. Мы очень рады, когда видим Коран в этих республиках, сияющим и отлично распространяющимся. Я не нашел у тебя ошибок. Если ты хафиз, то прочитай Коран перед шейхом, чтобы получить разрешение на преподавание. Если нет, то заучи его наизусть, чтобы ты был готовым специалистом в своей республике. Гаджимусаев родом из Тлеротинского района. Он является студентом Дагестанского исламского университета и учеником Центра по заучиванию Корана в Махачкале. За победу уже в первом этапе наш соотечественник получил денежный приз в размере 1500 реалов, а это около 30 000 рублей.